Добрый день, господа радиолюбители и им сочувствующие. С каким-то волшебным образом у меня вот образовалась вот такая вот, я даже не знаю, как назвать, кусок мыла, что ли, говорящего. В общем, с точки зрения дизайна – ноль. С точки зрения функционала – три. Антенны нет, она встроена. Половина частот в FM-диапазоне не работает. По папкам не листает. Ну, в общем, ресурс работы очень маленький на аккумуляторе. В общем, подумал, то ли на полку забросить. Но я попробую не забросить, а попробую придать этому куску мыла вторую жизнь. Пока. Разобрал я это богатство. В общем, усилитель стоит, если верить даташиту, где-то 3 ватта. Ну, значит, может быть, 0,3 ватта и выдаст. Динамик так себе, пассивный излучатель нормальный. В общем, попробую я сделать из него более-менее человеческое устройство с нормальной антенной. Посмотрим, что получится. Так, первый запуск. Пока все просто на соплях собрано. Мелодрама «Восток-Запад». Временность является невозможной. Как и российская совместимость. По будням в 20.00. На телеканале «Продвижение». Категория 16+. Пока просто вот этот процесс идет собирания. Но не удержался, запустил. Радиостанции в Тамбове, Жердевке, Кирсанове, Мичуринске, Маршанске, Первомайском, Уварово и других районах. Реклама на радио. 504-506. 504-506. Так, на сегодняшний день. Здравствуйте, господа радиолюбители и им сочувствующие. Я не радиолюбитель, я сочувствующий, я слесарь. Вот поэтому с точки зрения слесаря я и делаю как слесарь. Значит, идет продолжение переделки китайской музыкальной малюсенькой байды в человеческое устройство. Корпус рассчитал в Кореле. Отдал соседу, тот мне его быстренько вырезал. Вот теперь я его отшлифовал. Ну и продолжаю работать дальше. Вот так он будет выглядеть собранным. Все хорошо собирается, все крутится, вертится. Вот здесь вот кнопочный регулятор громкости. Громкость туда, громкость сюда. Выбор. Ну, это кнопочка выбора между флешечкой, карточкой и радио. Пауза. Ну, это понятно. Ну, и перемотка туда-сюда. Вот, собственно, так. Продолжаю работу. Так, вот получается такая решеточка. Она будет контрастного цвета по отношению к общему корпусу. Итак, работу продолжаю. Вот все детальки. Вот решеточка, сделанная из фанеры, покрытая краской под хром. Это все выпилено из фанеры. Увеличил емкость батареи до 6000 мАч. Вот, собственно, сама схема рабочая. Ну и постепенно буду собирать. Поставил более-менее человеческие динамики с шелковым твиттером вместо того ужаса, что стояло в этой белой коробочке. Ну, продолжаю собирать. Потихонечку сборка идет. Подпаял все внешние кнопочки. Сделал разводку. Вот пока вот так выглядит. Сборку продолжаю.
добились этого компромисса. Кстати говоря, не просто было это сделать.